10? Ебать. А, это читак, да-да-да, это читак. Это читак, забей, я сразу сказал, что это читак, господи. Спасибочки, конечно! Ну вот, вот! А боты не хотели, блядь, по нему пострелять там, нет? Они меня именно сидели, смотрели, контролили. Кто-то штурмует. Вколол в себя шприц. Блять, как ты вовремя. What the fuck? Эклер еще подо мной. Угомонитесь там, эй! Я предупреждал нахрен. Успеем подшить? Бля, у меня магазин разрежен. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Кого-то взорвали? Или чё, сам себя решил взорвать?
Он бегает, слышишь? На балку полезет? Это фонарик был? Или тени забагались? Так, давайте потихонечку разгребать. Тут еще? Ботик. Скорее всего, это ни на что не повлияет. Подожди, МЦХ-ки покупают по 200 тысяч. Его, наверное, есть смысл вот так забрать. Так. Видимо, это как с Ютубом, может быть, какая-нибудь беда. Ты что, там БС-ки у тебя? А, ППшки. Такое нам тогда не нужно. Окей. Здорово, бандиты. Мэтт, здорово. Зачел. Так. Могу я отсюда разрядить ГПшку, да? О, могу. Прекрасно. А куда она делась? А, вот она. Все, норм. Сейчас так сделаем. Палку-стрелялку сюда. Это сюда. Ладно, похеру. Сдохнем, так сдохнем. Плевать. Так, это сюда. Блин, как же неудобно с этими пластинами, конечно. Сейчас бы вот отсюда вытащить, так просто вяжи пластину. Но это только вот таким макаром получится сделать. То есть вот так ее выкинуть, вот так поставить. Взять отсюда, взять отсюда. Кстати, там же кто-то сам себя где-то взорвал еще. Ну, ладно, я уж, наверное, не буду возвращаться.
Найс. Это хороший рейд. Семь киллов просто. Не отходя от кассы, блин. Хорошо. В общагах выстрела. И бот стоит перед нами. Туалет. Убил. Меня убили, блядь. Чего? Что за хуй, блядь, блядь. А где ты умер? На третьем этаже в окошке. А он тебя откуда убил? По стороны контейнеров в листве. Я понял. Первая въебала, да, вообще с первого стороны. Стах стоит. А малый выстрел был. Я на третьем, нет. Пока я не слышу никого. Понял. Да, я слышу кусты какие-то. У Шишаухи есть кусты. 10 кадетей. 10? Еб... 10. Ну ты скорее всего пиздобал. Да нет, 4000 часов. И что? Моя. Подарок, если там его разлутывает друг. Ебать, он мне грену... это пиздобол, слышишь? Он мне ровненько под ноги гранату кинул. Прям ровненько, блядь. Опа, взорвал что ли? Кто-то еще ходит. Бляха, пропустил. Нет, он кашляет. Ты его не взорвал? Ух ты, есть, вдали есть. Вижу. Ранил. Ты мне хочешь сказать, что это, блядь, тип нахуй расскажет на... Нет, это не... Братан, это не стандартная прокидка. Это... А, это читак, да-да-да, это читак. Это читак, забей. Я сразу сказал, что это читак, господи, это читак. Даже у каких-то профессионалов жестких, у них такого КД никогда в жизни не будет, понимаешь? Это ебаный читер, блядь. Так у тебя 7 КД. У меня не 7 КД. У тебя на чайвике 7 КД. Ладно, забей еще. Тебя тоже даун шлепнул сразу? Не. А что? Пристройка первого. Еще ранил. Ты ему грену готовишь? Да. Угу. Моя хая. Надо патроны подзакинуть. Да он бегает. Он уже ближе, да, он ближе. Сейчас магазинчик закину, 2 секунды. Бежал? Да, к тебе подхожу. Налево. Да ё-моё, он как-то... Что? Он все выбивает. Просто не успел пикиться, он просто не стесняясь сквозь стены херачит. Ну, даже ну он с ВХ гоняет и все, блядь. Обычно нахуй говно ЕФТшное, все. Как оно? ЕСП, не ФТ, это ЕСП, блядь. Ну, о чем ты можно еще говорить? Он меня слышать никак не мог, находясь на улице, в какой я комнате нахожусь. Прям ровненько ко мне под ноги залетает его грена. Давай. Ага, ждет. Отходит. Сейчас дам грену, после грены пойду. Отошел. Да, я знаю. Дал хит ему. Убил. Смотри, поджим может быть. Ну, блядь, что это такое? Их еще и двое. Их еще и двое. Ясно. Короче, понял, скоропостижился нахрен. Ганс этого подобрал, чтоб не делся никуда. Сейчас грену буду давать. Куда?
Я тут стою на лестнице. Сейчас. Боты заспавнились. Бегает. А. Боты заспавнились, да. Грена буду давать центр третьего. После грены под шумок буду заходить. Хотя мне кажется, он ни хрена не в центре, но надо его отпугнуть оттуда. Ушла. И захожу сразу ты... за ней. Ух ты, нет! Она прям сюда ее. Грену готовлю, смотри. Не хочет, да? Зашла грена. Смотри, меченку я этого зарашу, типа. А я убил его. Есть, да? А кто тогда кашлял? Нет, это я этот убиваю. Он кашлял то, что он сдох. Вот. Поэтому он кашлял. Ну, очень долго кашлял тогда. Вога его убила. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Так. Открываю подвал. Ишки, здорово. Спасибочки. Моджидон TTV. Моджидон. Есть такое, интересно. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.